За минувшую неделю губкинскими инспекторами ГИБДД было пресечено 556 нарушений правил дорожного движения. Среди них 5 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Один человек отказался от прохождения освидетельствования. Выявлено 4 случая управления транспортным средством без права управления. Зарегистрировано 8 нарушений правил перевозки детей до 12 лет и 11 нарушений правил дорожного движения, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам. По данным ГИБДД, пешеходы 21 раз нарушали правила дорожного движения. За несвоевременную оплату штрафов к административной ответственности было привлечено 48 человек. За отчетный период зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых человек получил телесные повреждения. Водитель, управляя автомобилем «Опель Зафира», двигаясь на 400-м километре автодороги Сургут-Салехард со стороны города Губкинского в сторону города Ноябрьск, не выбрал такую скорость движения транспортного средства, которая позволила бы обеспечить постоянный контроль за дорожным движением, в результате чего не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия в приемное отделение ГБУС ЯНАО Губкинскую городскую больницу были доставлены водитель и 2 пассажира, один из которых являлся несовершеннолетний. Сотрудники госавтоинспекции призывают автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и помнить как о своей безопасности, так и о безопасности пассажиров и пешеходов. Инспекторы также обращаются к родителям несовершеннолетних с просьбой уделять проблеме безопасности своих детей больше внимания и при перевозке юных пассажиров использовать детские удерживающие устройства, а также проводить профилактические беседы с целью изучения правил дорожного движения.